на ремонте компьютер, достаточно старый. В принципе, на него бы поставить XP, но стоит Windows 7. Значит, NF61S Micro AM2. Диагноз включается, все работает. Сейчас вот стоит диагностика. 66 показывает градусов. Ну и постоянно растет. Причина — не вращается вентилятор. В принципе, если его стронуть, он иногда вращается нормально, иногда еле-еле. Поэтому со временем, когда температура достигает критической точки, отрубается. Ремонт будет заключаться в том, чтобы отремонтировать вентилятор. Смазать, разбираем и смазываем вентилятор. Сейчас я запустил, и если посмотрим, уже диаграмма пошла вниз. Но если стоит, то она пошла бы вверх. Итак, разбираем вентилятор, смазываем. На этом будет, и я думаю, закончен ремонт. Итак, после смазки и прочистки, замены термопасты, компьютер работает. Вот так, в таких режимах находится процессор. 49-45 градусов. Ну, процессор 49 градусов, постоянно держится на одном уровне. Никаких глюков не происходит. Все. Выключение компьютера было по перегреву из-за плохого вентилятора. Он практически полностью стоял. Вот так вот немножечко двигался. Ремонт произведен. Подписывайтесь на канал. Решение проблем не только компьютерной техники, но и бытовой. Все сможете увидеть, как можно это решить обыкновенными средствами в домашних условиях.